Политические репрессии стали одной из самых трагичных страниц ушедшего столетия. Изменить прошлое нельзя, но в наших силах. Помнить о невинных жертвах. В Национальной библиотеке состоялась презентация третьего тома книги памяти жертв политических репрессий. Она посвящена раскулаченным крестьянам, советским военнопленным и гражданам, депортированным по национальному признаку. В разряд кулачества попали далеко не всегда собственные кулаки, но и те, кто был зажиточным, просто зажиточной семьей среднедетской для выполнения контрольных показателей. Том включает в себя больше 6 тысяч имен и практически около 1500 семей. Это далеко не все, кто попал в списки раскулаченных, но это те, кто потом впоследствии был признан жертвами политических репрессий и получил соответствующие справки. Большая часть тиража, которая составила более 1000 экземпляров, будет передана муниципальным библиотекам и станет доступной всем желающим. Стоит отметить, что далеко не все оказались на страницах книги памяти, поэтому работа над следующими томами продолжится.